Перед началом церемонии они заметно волнуются. Позади непростые конкурсные этапы. На протяжении полугода проверялись на прочность, силы характера и профессионализм лучших педагогов района. Этот конкурс прошел уже в 26-й раз и стал по-своему уникальным. Всегда последний этап проходил в 4 дня. То есть отдельно мы чествовали победителей учительского конкурса, отдельно чествовали воспитателей, точно так же классных руководителей и педагогов-психологов. В этом году мы решили в один день показать всех победителей, потому что мы должны друг друга знать. И поэтому девиз сегодняшнего мероприятия – мы одна команда. На пути к финалу участники успешно преодолели ряд испытаний. Защитили авторские проекты, представили творческие самопрезентации, провели открытые уроки и многое другое. Соревнования подобного уровня позволяют педагогам увидеть не только свои наработки, но и увидеть своих коллег, научиться воспринимать самое лучшее, самое полезное, самое эффективное. Ну, естественно, когда прирастает профессиональный педагог, то профессионально растет школа и, соответственно, Одинцовский район. В этом конкурсе некоторые учителя принимали участие впервые. Они уверены, что подобные испытания дарят не только массу впечатлений, но и помогают приобрести полезные профессиональные связи. Работаю уже 13 лет, и я хотел попробовать выступить на учителя года, потому что, ну, это интересно. На самом деле, не жалею то, что участвовал в учителе года, потому что реально очень много опыта, много знакомств, и до сих пор остаемся друзьями и будем дружить с другими школами. Ученики тоже приехали поддержать своих любимых преподавателей и помочь справиться с волнением в важный для них день. Я желаю Никифоровой Анне Александровне победить. Я желаю всего самого наилучшего, чтобы все у нее было хорошо. Да, чтобы она не боялась сцены, это хорошо выступила, хорошо спела. Всего дипломы и сертификаты получили 23 работника образовательных учреждений нашего района. Учителем года стала преподаватель начальных классов из Голицына Вита Копцева. В конкурсе я участвую уже, во-первых, не первый раз, поэтому что-то знакомо, что-то было вновь. Но путь к финалу, он всегда достаточно сложен, тернист. Что-то легко дается, что-то не очень. Где-то чему-то научилась у коллег, что-то подарила из своего опыта своим коллегам. Но результат оправдал ожидания. Лучшим дошкольным педагогом была признана Валентина Берзан. Впечатлений массу, могу сказать, что это уникальная возможность для каждого, да, развить в себе новое направление, раскрыть новые таланты. Поэтому все было прекрасно. Победителями в номинациях «Педагог-психолог» и «Педагогический марафон классных руководителей» стали Ольга Блескина и Светлана Асуровская. Праздник педагогического мастерства стал незабываемым и ярким. Талантливые выступления, искренние поздравления и долгожданное награждение. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».